Ну что ж, привет, друзья, привет, привет с Халкидиков, это Полихрону, давно меня не было. Объясню только одним, у меня очень много работы, и поэтому снимать сейчас какой-то контент очень тяжело, потому что я работа-дом, вот так у меня все происходит. Вот. Ну и в принципе, сейчас снимать только постоянно море, как бы вам тоже не интересно. Скажу одно, село полное, да, людей очень много. Все кушают, пьют, все гуляют, купаются. Море отличное. Вот, так что, кто еще не успел, ребят, приезжайте. Апартаментов хватит на всех. Вот, что еще такое? Что за месяц поменялось? Да, в принципе, ничего не поменялось у меня. Постоянная движуха на работе. Вот, ну и обратно домой. Приезжали тоже знакомые, приезжали гости, приезжали друзья. Но меня это не касается, потому что я выйти не могу, я все равно на кухне. Настроение отличное, потому что, как для меня, дни, каждый день, когда проходит, это за счастье, потому что я закончу сезон и уеду отсюда. Вы же все знаете, что мы работаем без выходных все. Вся кухня, все официанты, все. Весь наш магазин работает без выходных. Вот, чем больше дней пройдет, ну, тем быстрее поедешь домой. Вот такая ситуация. А так все ништяк. Очень много сербов заехало. Кстати, немцев в этом году очень мало почему-то. Не могу сказать, почему так. Вода отличная. Прям кипяток. Кстати, только с утра на пляж приходите из... Занимаете места с утра, потому что приехали знакомые, все на резервах. Ценник, конечно, удивит вас, очень дорого. В каждом магазине свои правила отдыха на шезлонге. Это тоже, я когда узнал тут, какие цены загоняют и что входит. Ну, допустим, вы берете один зонт, это два шезлонга, он стоит там 20 евро. Но на 20 евро... Вы только можете напить, то есть напитки купить, не покушать, а напить. То есть такой хитрый лайфхак работодатель делает, что очень ему выгодно. То есть он вам кофе продаст или водичку там и все, и двадцатку отбил. Никаких вложений. Ну вот как-то так. А если вы хотите что-то покушать, заказывайте экстра это. Но это не во всех заведениях. Посмотрите, да, разница какая. Когда я был, вам снимал видео, по-моему, 10 дней назад или 12. А вот. То есть видно, да, достаточно, что есть изменения. Это сейчас у нас 12 часов дня, под вечер здесь еще больше людей. Ну все классно, Греция жила, сезон начался. Кстати, еще почему неудобно снимать? На кухне не снимаю, у меня телефон нагревается, он выключается. И вот сейчас я шел, вам снимал 3-4 минуты, он просто нагрелся. Ну, не вывозит телефон эту жару. 34 градуса. Пока иду на перекор, решил вас спросить. Я с ангиной работаю. Меня обсыпало, видите? Губы. Вот так вот я выгляжу, видите? Вот. Это все вода. Потом я вам расскажу, что такое сезон, если вам будет интересно, конечно. Что это за работа, как это работается. Ну, а пока просто покурим. Ну и напишите, кто и как борется с ангиной. Бо я не в адеквате. Пить не могу, есть не могу. Боже, стяг, блядь. По кусочкам собираю вам видео. Потому что тем очень мало. Ну и времени. Ну что ж, закончилась работа. Люди отдыхают еще. Празднуют свой отпуск. Что я вам хочу, ребята, рассказать? Значит, по поводу того, что греков очень мало. Но греков почему мало? Потому что, ребята, сейчас, смотрите, бензин 2 евро. До Халкидиков доехать это 110 километров. Вот. Шезлонги стоят, то есть один зонтик 20 евро, как минимум. Вот, если у тебя семья, это 2 шезлонга надо, 40 евро потратить. Ну, в общем, вы понимаете, вот такая вот политика денежная, мне кажется, потому что греков действительно очень мало. Даже пойти кофе попить, вон, ну, допустим, вот в самом заведении в Капитане, вон
там вот, да, кофе просто попить там. 3 евро. Вот. По дороге там в центральной улице, да, мы тоже сели поутру, так зашли кофе попить чисто, с другом поговорить. Вот, 3,60 ценник, просто кофе, экспрессо выпить, да, это без водички, 3,60. Керопиты тоже поднялись тут, именно в Халкидиках. Вот, если в том году это керопита, шпанакопиту я люблю, допустим, я кушал за 2,40, сейчас она 3,40, 3,60 в разных заведениях. То есть, ну, ценник вырос, подрос, поэтому, соответственно, греков не особо много. Но работа есть, потому что очень много туристов с других городов приезжают, поэтому вот так. Ребят, буду держать вас в курсе. Я до сих пор болею ангиной, у меня еще не прошла она. Вот, пью таблетки, ну и работаю. Так что подписывайтесь на канал, ну и до новых встреч. Давайте, ребят, всем пока.